Попросила художника подойти к своей работе. Я хочу, чтобы художник, стоя у своей картины, представил сам себя. Как ваше имя, отчество и фамилия? Татаренко Виктор Алексеевич. Татаренко Виктор Алексеевич. Вот, теперь зрители услышат. А как картина называется? «Музыка венского стула». Тут и скрипка. Это скрипка же, да? Это скрипка? Это скрипка, но стул, да, венский. Ну да. Фрукты. В общем, красота. «Музыка венского стула». Да. Красота. Спасибо. Как тебе моя собака? А где твоя собака? Ну как он стоит, девчонки? Где? Пойдем к собаке. Женя, а я отдельно засняла эту работу, мне очень понравилось. И надо же, я не прочитала. Боже мой, Евгений Жаворонков. Необычная работа для тебя. Или наоборот, я редко вижу твои. Да у меня разные просто. Просто как-то человек умеет, а настроение есть. Так написать или так написать. Секундочку. Девочки, на одно мгновение на меня глазки, и все хорошо. Называется, Женечка. Не поймаешь, не будет. От этих моментов я... Я хотел бы, конечно, посмотреть. Что ты так? Очень не видно.
Так, концерт я засняла. Наташеньке пришло по электронной почте обязательно. Славочка всегда. Концерт ждем. Спасибо, Слава. Хорошо, ручкой мне помашите. Привет! Фестиваль искусств Сергей Осколков и его друзья пригласил вас сегодня на очередную встречу. Я помню чудное мгновение. У нас предполагается такая программа. Вначале несколько слов об открытии выставки. И, возможно, выступят художники. Затем концертная программа и фильм. Ну, а сейчас слово художественный руководитель международного фестиваля искусств Сергей Осколков и его друзья, почетный гражданин города Петергофа, кавалер Ордена Дружбы, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заведующий кафедрой звукорежиссуры Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, профессор, композитор Сергей Осколков. Добрый день, дорогие гости, друзья, подруги и все присутствующие.
Ну вот 27-й раз мы собираемся на этот праздник искусств, фестиваль посвящен, это для тех, кто не первый раз пришел, вообще все пришли уже 27-й раз. Фестиваль посвящен музыке, живописи, поэзии, театру и кино. И в частности, живопись, музыка и кино будет сегодня представлены сегодняшним вечером. Я хочу обратить, до того, как я позову своих коллег поговорить о выставке, хочу отдельно сказать о том, что сегодня еще существует, помимо живописной выставки, выставка фотографий моей замечательной в прошлом ученицы. Ты была моей ученицей или нет? Ну, более-менее, да. Все ваши. Да, ну, во всяком случае, участница фестиваля, я думаю, что лет уже давно она участвует, с третьего, наверное, фестиваля. Ее зовут Кати Удалова. Вот, и потом посмотрим ее выставку фотографий. О самой выставке хочу предоставить слово кандидат философских наук, искусствовед и замечательная женщина Елена Игоревна Григорьянц. И заслуженный работник культуры Российской Федерации, профессор Елена Аркадьевна Полихина. Они расскажут, но я думаю, не дуэтом, мы по очереди как-то тогда расскажете о представленных работах. Друзья, я хочу только сказать, что у нас некоторые товарищи из публики возмущались. Вот, уже 13 минут, а вы не начинаете. Во-первых, лето. Во-вторых, мы ориентируемся на моего друга и соученика, товарища Гергиева, который может опоздать на спектакль на час. Вот, и ничего, публика довольна. Я думаю, что не... он вообще пришел. Да. Но он в принципе пришел. Да, он еще репетирует до конца. Да, поэтому я вот сейчас после экзамена моих студентов прибыл сюда. И слава богу, через пробки полтора часа, вот здесь рядышком я ехал, ну вот полтора часа в пути. Итак, две Елены. А, желание я сначала угадаю. Действительно. Все. Елена Игоревна, прошу, вам слово. Дорогие друзья, я хочу поздравить всех с праздником искусств. Сегодня, я даже сбилась со счета, какое 27. Мероприятие. Как, нет, 27-й фестиваль, я помню. Я забывчивый человек. У меня буклетики фестиваля, оставшиеся программы еще. Вот, кто пожелает, возьмите, если не хватит, я принесу, у меня в машине. Ну, потом лучше, потом. Нет, ну я же буду всех. Это отдельно, поцелую. Вообще фестиваль проходит так бурно, что погружаешься в праздник искусств, действительно, еще раз повторю. И это самое прекрасное, что есть. Мы все время ждем белые ночи. А белые ночи с чем связаны? С расцветом эмоций и чувств, то есть с искусством. И наша выставка в этом году, поскольку это юбилейный год Пушкина, и все, что открывается сейчас, так или иначе связано с Пушкиным и с Глинкой, который тоже отмечает тоже свой юбилей. Пушкин и тоже Глинка. Пушкин наше все. Они оба. Да. Они оба отмечают, да. Я вчера была в филармонии, где открылась выставка, посвященная Пушкину, Пушкин и музыка. У нас, по сути дела, то же самое, потому что все наш сегодняшний праздник начинается, помню, чудные мгновения. Хотя, конечно, современная культура не предполагает такого прямого иллюстрирования стихотворных строчек или отдельных произведений, а, как правило, мы оперируем в таком понятии, как художественный контекст, и к пониманию смысла, который гораздо шире, чем непосредственное стихотворение Александра Сергеевича, которое мы, конечно, которое мы все любим и знаем, и помним, я надеюсь, и даже могли бы Свену его сейчас прочитать, но не будем этого делать. Что значит кандидат философских наук? Лекцию укоротили, да. Поэтому, когда мы делали концепцию выставки, мы как раз-таки говорили всем о том, что вообще мгновение – самое сложное понятие вообще над философией, если мы вернемся к этому, да, это понятие времени. Потому что, чтобы было время, нужна точка отсчета. С точки зрения психологии это еще сложнее. Потому что, если мы подумаем, мы все время говорим о том, что было, или о том, что будет. А вот то, что сейчас, и вот это мгновение, оно настолько кратко, что мы часто его не замечаем. Но, между прочим, это самое главное.
И самое главное, это уметь чувствовать вот это мгновение, наслаждаться тем мгновением, в котором мы оказались. Вот сейчас почувствуйте себя сейчас, посмотрите на прекрасные работы, потом мы услышим музыку, да, и вот это все такая цепь мгновений, не знаю, кружева, которая будет нас окружать, и потом мы тоже об этом будем вспоминать. И поэтому мы не хотели сделать выставку просто иллюстрации к Пушкину, а хотели, чтобы каждый из авторов посмотрел на себя, на свою жизнь и вспомнил то прекрасное, те прекрасные мгновения и тот взгляд на то, что считает прекрасным мгновением, и представил это нам. Поэтому работа очень разнообразная, и это очень интересно. Мне кажется, получилось... Вообще такая цельная экспозиция, несмотря на то, что абсолютно разные художники, техники, подходы и мгновения в том числе. Значит, разных художников, это однажды один из искусствоведов написал в рецензии фестиваля, какой-то фестиваль очередной был, он написал, что в Косколково приезжают вот музыканты, художники, поэты, там, балерины, и каждый что хочет, то и делает. Вот и художники, каждый что захотел, то и сделал. Давай, это у нас сделать. Я не знаю, может пригласить авторов. И я хочу сказать, пусть она тоже скажет про У нас еще будет небольшая презентация журнала, поскольку здесь присутствуют художники. И мы все-таки выбрали. Говорите им всем, вы говорите. Да, я вам сообщаю, чтобы вы тоже были в курсе. Да, Лена. Я музыкант. Присоединилась. Елене. Хочу всех поздравить с сегодняшним праздником, вообще с началом фестиваля. И я думаю, что надо начинать. А, и все. Молодец. Друзья, я хочу сказать про этих двух дам. Вот все, что касается организации выставки. Вот, обзвона художников. Художники народ такой, что их надо поймать за хвост. Вот, они не все понимают, что в жизни происходит. Вот. И все это вот сфокусировать. Но, кроме того, вот, масса других задач не только по поводу выставки. А это Елена, например, занимается концертом детей. У нас будет «Градус от Парнасум», концерт учащихся музыкальных школ. Это еще хуже, чем выставка. Это все организовать. Елена это занимается многими вещами, касаемыми фестиваля. Вроде незаметно. Вот программки распечатать, еще что-то, куда-то побежать, что-то сделать. А кандидат философских наук это все раз и делает. Так что вот, еще выставка в Петербурге, да, у нас. Еще выставка картин в Петербурге. И многие здешние художники участвуют и там. А поэты это вообще жуткая вещь, понимаете? Да. Главное добиться, чтобы они не приехали на встречу уже пьяными. Ну, может, они тогда меньше будут считать. А выпили после. А выпили после. Так. Так что начинаем тогда презентацию. Давайте, может быть, мы пригласим художников. Художников. Здесь есть, и хотя бы сделаем общее фото. Да. Давайте всех. Значит, нет, давайте сейчас сделаем, потом сейчас, да. Конечно. Владимир Михайлович. Ира. Владимир Михайлович. Женя. Ира. Евгений Анатольевич. Владимир Михайлович. Давайте сюда. Женя. Где такси? Юра. Не надо, давайте тогда все туда подальше, а то вы не войдете. Давайте еще один. Разворачивайтесь. Да. Я лучше подойду поближе. Не надо. Нет, просто вы не пойдете все. Давайте.
Катерина! Катерина! Еще раз! А улыбочки? Сидеть? Вам еще нужно перемкнуть. Кто-нибудь, скажите, кто-нибудь, когда улыбаться? Все время, да. Ну, не всех видно, вот в желтой футболочке. Выставка открыта. Нет? Выставка открыта. Так, дорогие друзья, большинство авторов выходило, и вы их видели. Нескольких, наверное, нет сегодня. Но помимо того, что мы открываем непосредственно выставку, у нас еще есть небольшая часть нашей программы. Это презентация журнала «Авансцена». Я хочу пригласить Ирину Маленкину. Вообще мы находимся в библиотеке, да, поэтому печатное слово как-то особенную ценность приобретает в этих стенах. И я хочу сказать, что вообще культура всегда держится на энтузиастах. Ну, вообще вот художники – это совершенно же вот чистые энтузиасты, потому что человек делает, не может этого не делать, и все. И вот Ирина представляет журнал, который она, собственно, и создала вместе со своей подругой. И на энтузиазме двух замечательных людей держатся. Ну, не только, у нас есть много помощников. Помощники, да, во всём. Журнал «Авансцена», сейчас мы представим новый номер. У нас тут есть несколько авторов, о которых рассказывается в журнале. Но хочу сказать, что вообще уникальная вещь в наше время, когда начинает создаваться печатный журнал. Но мы-то точно знаем, что все, что сохраняется, это все то, что напечатано на бумаге. То, что было в электронном виде, неизвестно вообще, что с этим будет лет через 20, даже не говоря уже там о 500. А библиотеки, они еще с времен Вавилона где-то, а такие печатные бумажные издания тоже хранятся лет 500-600 тысяч. В общем, нормально, ничего с ними не происходит. Поэтому очень важно, и мы стараемся отразить это в журнале, да, и в том числе и наших авторов, которые здесь, работы которых представлены на выставках. Но я передаю слово Ирине для презентации нового номера. Собственно, Ирина все уже сказала, все, что я могла сказать. Это вот новый номер. Мы обычно делаем презентацию, вручаем герою журнала журнал. Вот в этот раз немножко все так получилось скомканно, и большинство людей уже получили свои журналы. Свои экземпляры, да. Вот. Этот журнал здесь много посвящено памяти, памяти людей, которых уже нет. Например, вот оперному певцу Марусину, художнику по фарфору Инне Олевской, или вот, например, на обложке Василий Меркурьев. Здесь есть много всего интересного и про блокаду. Ну, в общем, лучше самим читать, можно будет взять, наверное, в библиотеке, мы тоже презентуем. Вот, журнал можно купить или можно, да, вот, вообще, да, как обычно было принято, делается рассылка по библиотекам? Да, нет, у нас есть рассылка по библиотекам. Да, это очень важно, это сейчас, да. Ну, так, может быть, мы пригласим, вот у нас есть представители, она автор этого материала. Есть люди, у которых я брала интервью. Я хочу сюда пригласить Лану Конокотину, прекрасную, замечательную, красивую женщину, вручить ей журнал и сказать, что Лана искусствовед, профессиональный, много лет, ну это даже не буду говорить цифры, не поверят, сколько лет, работала в Русском музее, а сейчас она корреспондент канала НТВ, да, ведущая культурных программ, связанных именно с художественной жизнью нашего города, и она освещает основные, наиболее значимые события, которые происходят. Мне было очень интересно взять у нее интервью. Я надеюсь, что вам тоже будет интересно его почитать. А я вот тоже бы хотела сказать в свою очередь, что для меня это был крайне неожиданный опыт, потому что 11 лет, каждый день, иногда по много раз, я беру интервью, я по другую сторону баррикады.
Я в домике, так сказать, умные вопросы задаю и жду интересных, ярких ответов. А тут ко мне Лена пришла вечером после работы с диктофоном. До этого последний раз у меня брали интервью почти 30 лет назад, в далеком 96-м году. Я, конечно, растерялась очень сильно, но Лена своим обаянием, мы с ней в очень хороших, добрых отношениях. В общем, она как тонкий психолог, она смогла меня разговорить, несколько часов проговорили, местами исповедь, местами сеанс психологу, мне это напоминало, если честно. Получилось любопытно, как будто несколько жизней, взгляд со стороны на эти жизни. Но называется искусствовед с микрофоном, потому что действительно искусство во всех этих жизнях было. Я надеюсь, что и впредь будет. Вот. А насчет распространения журнала, что хочу сказать. У меня еще не было моего экземпляра, но почти сразу, как появился журнал, мне позвонили из Росфото и говорят, а мы читаем ваше интервью, хорошее интервью. Так что вот в Эрмитаж, в Русский музей, в Росфото, в самые прекрасные места, в самые прекрасные библиотеки он попадает, иногда даже раньше, чем в руки авторов, и это просто замечательно, его читают действительно те люди, которые делают, собственно говоря, инфоповоды, культурную жизнь нашего города. Спасибо, Ирина, Лена, огромное вам. Спасибо. Спасибо. Я работаю в издательстве «Назарос Фестим», это книжное издательство «Институт истории». Можно там приобрести, поскольку мы его издаем за свой счет. То есть деньги от продажи, плюс добавляем свои и печатаем тираж. Да, еще я хочу пригласить одного участника этого журнала, Сергей Зелен, вот работал, видите, на мольберте справа. Тоже Сергей, мы не первый раз, я писала о нем какое-то количество статей, мы делали целый ряд проектов, но в этот раз он послал какой-нибудь интервью. О творческом методе. Ну и я его вручаю, так жестом вручаю, не очень страшно. Я служу искусству. Все на покупку журнала. Спасибо, товарищ. Это правильно, да. Тоже достаточно, я хочу сказать, что очень интересно. Вообще, я никогда раньше, ну практически, у меня был очень большой опыт работы с интервью, поскольку я как там ученый, искусствовед, я обычно работаю в жанре статей, а тут интервью, но это действительно очень интересно. Наша вот подруга Влада Липская, она сказала, интервью это такой способ узнать о человеке то, что ты, даже если ты с человеком много лет знаком, никогда не узнаешь, может быть. И это действительно так. И это не то, чтобы хочется узнать что-то такое. Вот. Это как раз и так. Но действительно какое-то раскрытие другое происходит, очень интересно. И я всем рекомендую посмотреть этот журнал, почитать, там очень интересные люди представлены. Это действительно такой яркий культурный срез Петербурга нашего времени. Люди, которые совсем недавно были рядом, но их уже в этой жизни нет, они смотрят на нас с небес. Но это тоже наша культура, наш контекст, это очень, очень важно и очень интересно. Авторы, которые делают интервью, да, тоже очень. Очень профессионально. Даже есть материал, как распознают рукописи Петра Первого. Вот подробный текст, весьма любопытно, с помощью искусства. Вот, вдруг нам попадется рукопись, которая сейчас момент торжественный у меня сотрудники запечатлят. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Я считаю, что это вообще очень есть музыкальное отдел. Он же отдел телевидения и отдел искусств. Так что я считаю, что вот ваш журнал в нашем отделе искусств будет очень уместен. Спасибо. Спасибо вам большое за такой подарок. Спасибо. Тоже герой нашего же отдела. Герой в предыдущих номерах. Те, кто учился, был в журнале, Сергей Александрович, вот там присутствует Дмитрий Крылов, режиссер. Евгений Липский тоже был, Евгений Жаворонков. Первая исполнительница. Лауреат международных конкурсов
Кати Удалова. Николай Рославец. Две прелюдии. Номер 4 и номер приглашаю на сцену нашего гостя из Италии. Даниэле Буччо. Пожалуйста.
Речитатив номер 6, фуга номер 6, речитатив номер 7 и фуга номер 7. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Игорь Фролов. Концертная фантазия на темы из оперы Джорджа Гершвина «Корги и Бес». Исполняют лауреат международных конкурсов Алена Гулакова, скрипка, и лауреат международных конкурсов Сергей Осколков-младший, фортепиано. Thank you.
следующую концертную программу продолжает фортепианный дуэт «Спектрум До». Но прежде чем артистки выйдут на сцену, мне хочется немножко шире рассказать о них. За 27 лет своего существования наш фестиваль «Сергей Осколков и его друзья» приобрел огромное количество друзей. И артистки, которые выходят вот сейчас на сцену, конечно, одни из самых наших давних друзей. Но, кроме того, только недавно совершенно они организовали свой фестиваль. Фестиваль фортепианных дуэтов «Диалоги Невских берегов». И в этом году это был второй только фестиваль, он еще совсем молодой, и закончился несколько дней назад триумфально просто. И мы желаем им дальнейших успехов и дальнейшего развития фестиваля. Итак, я приглашаю на сцену фортепианный дуэт «Спектрум До» в составе Марина Климова и Надежда Медведева. Пожалуйста. Пошла речь о фестивале, не могу не сказать, что почти что в рамках фестиваля состоялся всероссийский открытый конкурс композиторов «Наш Глинка», где композиторам было предложено написать произведение на тему Глинки. И жюри по фортепианному ансамблю возглавил уважаемый наш Сергей Александрович Осколков. И сегодня вот мы хотели от лица оргкомитета вручить ему благодарность за высокопрофессиональную работу в жюри конкурса. Были отобраны лауреаты из разных городов России, которые приехали, и как бы, их произведения были исполнены. Большое спасибо, Сергей Александрович. Thank you.
принадлежит также нашему современнику, петербургскому композитору Арнольду Неваловичу. Гладков «Фантазия». Да, хотела бы несколько слов сказать по поводу этого сочинения. Оно было написано в память Геннадия Гладкова по моей просьбе Арнольдом Неваловичем. И первое исполнение у нас состоялось в Сиверской на концерте «Любимые образы кино». Но Сиверская — это, как известно, Ленинградская область, поэтому можно считать, что сегодня у нас петербургская премьера. И надеюсь, что вы вместе с нами тоже разделите вот эти замечательные и воспоминания, и музыку такого светлого, прекрасного композитора, который всегда с нами. Thank you.
русский композитор. К сожалению, он теперь слушает нас с небес. Валерий Гаврилин. «Часики» и «Тарантелла». Исполнители
лауреат международных конкурсов Джан Лэй, это наша гостья из Китая, сопрано, и партия фортепиано, лауреат международных конкурсов Семен Заборин. Пожалуйста. Слова из Мюссе. Болеро. Thank you.
Рахманинов, стихи Галиной. Здесь хорошо. Thank you.
И в завершении концертной программы Ван Юнцаль, песня «Реки Уссури», поет Джан Лэй, партия фортепиано, Семен Заборин.
Thank you.
вторая часть нашего вечера. Впереди нас ждет кинофильм «Рождение музыки». И режиссер, по-моему, где-то здесь. Был, да. Или, Дима, перед залом, перед музыкой, перед фильмом скажешь, или сейчас? Потом скажешь. Ну да, фильм будет в другом зале, так что, пожалуйста. Какие? Хорошо. Красивые, да? Девчонки красивые. Спасибо, так, что спасибо? Пожалуйста, представься, спасибо. Потому что на камеру, чтобы запомнить, в архив положим. Кати, пожалуйста. Удалова, Елена Полехина. Еще раз. Кати Удалова, Елена Полехина. И вы? Мама. Мама и дочь. И дочка. Вот, ура! Спасибо большое. Я вас встретила и очень рада. Все видео концерта пришлю. Спасибо большое. Жаворонков такой серьезный, подписывает буклет. Ну, потому что я пишу всегда с ошибками. Да что ты говоришь? Я проверять же никто. А ты, конечно, и проверять никто не будет. Пиши Славе Каштановой. И число нету. Не забудь. К сожалению, нет. Не сносная работа, а привет! Сейчас будем кино смотреть, да? Ну, помашите мне рукой. А ты мне помаши рукой. Вот. Мы же давно не виделись, да? А я вам потом фильмик свой пришлю. Свой фильмик пришлю. Кинорежиссер Дмитрий Алексеевич Фролов. Мы с ним много чего интересного сделали. Вернее, он со мной сделал. Да. Он сделал, а я так. Про что? Призы, уже некуда вешать. Вот призы. 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 Призы неисчислимые на всяких кинофестивалях. Буэнос-Айрес, Париж, там, не знаю, Китай, Индия. Их не только десятки, наверное, сотни призов за его замечательное кино. Но там моя музыка еще. Да. Ну, сегодня будет два фильма. Первый совсем короткий, второй подлиннее чуть-чуть. Ну, все вместе 20 минут. Не успеете соскучиться. Все связано с музыкой Сергея Александровича Осколкова. Везде звучит его музыка, и даже он играет сам в втором фильме. Себя же. Потому что он называется «Рождение музыки». Откуда она рождается? Как примерно она, да. Вы говорили из тишины. Вот из тишины, да. Ну, давайте смотрим. Увидим тишину. Да. Thank you.
А он пьяный. Дима, я тебя поздравляю. Премьера последнего фильма. Я хочу сказать... Вы начинаете и заканчиваете. Я хочу сказать, что Диме удалось изобразить вот этот момент рождения музыки. Сергей Фокл говорит всегда, звук рождается из тишины, но здесь вот звук рождается из такого-то дуновения ветра, из движения веточек каких-то. Цветочков. Это на самом деле очень интересно такой вот. С рождения музыки мы уже знаем. А вот этот вот первый фильм, такая ностальгия по абсолютному счастью. Есть какое-то абсолютное счастье, когда женщина с маленьким. Да, тебе это удалось передать. Мне кажется, что да. Спасибо. Спасибо, друзья. У кого-то есть вопросы, претензии, нарекания? Претензии есть. Вопросов нет. Я Александрович, видел мою работу. Спасибо. Есть претензии? Что интересно, 10-й год, да, фильм снял? А я почему-то на пленке. Моя жена шляпа. Там шляпа представлена. Сейчас, а можно побежать уже на электричку? А, я герой с шляпой. Она присутствует везде, Получается очень интересно. Спасибо большое. Можно пригласить? Спасибо. Да. Вот. И у него другой язык. То есть не сюжетный, как вы привыкли, а другой. И это кино, которое тяготеет к поэтичности. Вы можете у Параджанова посмотреть, например, «Киевские фрески». Только там о режиссере, который свою во сне, он эту свою музу, он ищет, он там разные снится, разные образы из разных фильмов. Вот. А здесь получается, что о композиторе. Вот, поэтому, если вдруг оно было такое непривычное, это нормально. Я просто сама делала критический фильм эссе, я знаю, люди некоторые не понимают, что происходит. Вот, и поэтому иногда их нужно предупредить о том, что вы находитесь в другой логике повествования. Надо, на всякий случай. На всякий случай. И есть такой еще, мне напомнил ваш фильм «Изобретение Мореля». Есть такое Касареса произведение. Вот, просто вы так запетлили вот этот... Вот, выход его, когда человек не может выйти, мне понравилось. Решила сказать спасибо. Спасибо. Убегаю с дочкой. Это она меня упорвалась. Я опасна. Спасибо. Так, друзья, ну, хотелось бы еще Людочку посмотреть. Люда, поднимись. Спасибо. Красота? Так вот там. Так, а теперь мне надо повторение. Повторить. Получилось? Получилось. А сыночка, зови, сыночка. Зови, 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 зови. Бежит, бежит, бежит. Бежит, бежит, сыночек. Давай. Посерединочке, по центру, по центру. Спасибо. С папочкой и с мамочкой. Про сегодня, про Фролова. Можно я вас оставлю здесь? Потому что у меня в 10 репетиция в Доме композиторов. Я боюсь, что я могу.